тільки продивилася, не читала. Цю штуку чи іншу штуку? Ні, я просто продивилася, бо мені не було коло. Так я ж вам давно її дала. Це ж... Вам 2 місяці назад дали? Ніяк ні. Ну, нову, то що ви дали. Нову, про... так. Повістю подали. Але це оце. Це оце? Угу. А ні, в мене там ще, в мене щось ще друге, багато зображень це. Я вже не знаю. От багато зображень. Ну тут у вас вони чіткі. Просто ця не додрукована ще. Тут вона на третину. А, ну так я знаю, що там ще. Ну так. А ця у вас з Радакоша та Махоша. Все запам'ятай. Ну, а як мені не пам'ятати, якщо так, я це друкував, я вам це приніс, ми це розбирали. Тоді я ще трохи питав, де Вісла, чи вона в Португалії, чи вона там де. Ну, це треба, щоб карта була. Так я не дуже. Я вже там понаходила якісь карти, вже по картам дивилася. Де Вісла? Ні, ну в іншому плані. Тому, а біля що... Вісла ще є одна священна річка. Як вона зветься? Рейн. Ні, Рейн далі. Прямо біля Вісли є одна з найсвященніших річок. І в ній ім'я Всевишня гора. Рос, Дон. Дон зовсім не там. Не там. І Рось не там. І там. Ну я мені треба по карті подивитися. Я скажу, що в мене немає карти. Я так не давайте пам'ятаю. Уявімо Польщу. Над Польщею у нас що? Германія? Ні. Не над, а на захід від Польщі Германія. Я не взяла книжки, я б взяла, але відкрила, подивилася. Не буду. Ну, давайте там будемо шукати, а не в книжці. Ну, якщо... Ну, я не сильно вивчала то. Якби я вивчала, то я могла б згадати. Так, я просто ну, там подивилася, де хто. Ну, добре, але Польща входила з якимись державами в щось. Як це ж? Речі Посполіт. Так. Ну, так, Речі Посполіт. Тобто на схід від Польщі що? Литва. На північний схід. Жематія. На північний схід. Ну, і... не знаю. А на схід Білорусь та Україна. Ну, ну я знаю, що Білорусь та Україна на схід. А що там? Ну, яка річка, да? Одра. Ну, вона невелика. Ну, вона невелика, але велика. Але священна. Вона невелика в плані розміру, але велика в плані ведичного значення. Хорошо, тоді що будемо розглядати той текст, який там написаний, який ми в прошлый раз читали? Так? Ага. А ви також хочете? А ви озвучували пустенно? Наверное, поки Ратакор буде пересматривати цей год, ми немного... Ратакор, прошу слушати, що ми розбираємо, і по чуть-чуть підключатися. Мітродата, вас дещо чекає. Ти ще давно чекає? Може, ти те саме, а сюди поставити стул, як вирішити. Мітродата, може вам теж щось поставити там, щоб вам? Ні. Тому що Ратакор сюди сяде. Та ні, тут місця мало, я достану. Поміщається, смотри. Поміщається, то я не поміщусь. Можна боковому так боком поставити. А, ну я тоді боком сяду. Дякую. Ну і що, хочеш б я читала чи що? Ну можна попробувати. А як ту боку читати, яка не прочитається? Тара, фара. Ну, тура, та... А как ее правильно читать? Вот.
Устю? Після ра. Ну, это же не читаемо. Вона не читає. А произношение ее ж есть? Нет. Ну, снова, мы в прошлый раз разбирали, что между ты, фы, вы, гы, же. Ну, и вот есть у нее произношение. Раян Православ ее произносил. А, то есть она ее если не на... Нет, если натренироваться, можно произносить. Но снова, Раян Православ и получил образование с детства, и учился говорить правильно. А я учился говорить по-хрюшачьи, естественно. Ну, как и вы. Образное сказать. Значение, насколько я помню, это нерешимая воля, да? Да, духовно-волевое качество, крепость духа, крепость воли. Это и я. Ладно. Ну, это по-глупому можно читать. Ладно, замучаетесь вы с ним. А вот с этим нет. Думает? Ну да. Мы ее читали 10 да. раз в прошлый раз. Да такого Рослава Пшицкий еной севера на севера от Куевграда. Что это такое? Киевграда, да? Да. Куевграда. А от Новограда коло... Коловода? Коловода Велоенькая. Да. Кто это такой Коловода Велоенький? Ну, для Новограда. Коловода. Ну, Коловода – это Коляда. Еще пока про смертюшка наша. Сейчас я ее не треба, не надо. Живите. Ну да, потому что Чупакабра хуже смерти. Так вот. Ну, круг из воды. Вспоминаем географию. Это местоположение не то что? Ратакур. Ты же мне даже спросил, что я часто ли медитирую к богам, вернее, нет, часто ли я летаю. Я понял, это коло вода, значит, холодная вода. То почему есть, холодная ледовитый, вода? Ледовитый, круг океан, из да? воды, коло вода, ну что ж, непонятно. Ну круг из воды, ну, да. Беленькая. То большой круг из воды, круг. Да. То на север от Киевграда, Новограда большой круг из воды. Ну да. Вот мы берем кусок, который от Киева до Новгорода, и еще ставим дальше, и понимаем, что еще дальше. И там, да. Тоже тает, так? Да. Что? А, там такие поєднані букви, що я не буду. Хорошие. Хороші все. Ще... І що? Ну, ще. Ну, да. І пропускаю. Сертоїсію тисячі, мабуть. Да. Тисячу літ. Рано віще. Рано віще, що це таке? Мітродата. Що таке? Рано віще. А? Два там украяна. Ну раньше, мабуть, що. Да? Ну, раніше да. Була там украяна, вона зветія. Фо нині ако белі яком. Оці Єнц. Єнц. Я їх не дуже знаю. Не Єнц, а іменно Єнц. Єнц? Ну да. А чому там буква, назва букви ЄСЕ? Ну ЄСЕ, ЄСЕ. А читається Єнц? Ну все равно, тогда все равно не ЄСЕ, вот такое, а Єнц. Тобто воно особий такий звук. Очень особий. Да.
Єси. Єси. Даже не... Єнс. 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 Бельєнс. Что это такое? Отказ утерпует на пятих островах. Что это такое? Там Украина на связи. Я хочу по... Не хотите вы. По смыслу. Не хотите, вы хотите вспомнить. Не, я не хочу задать. Нет, хотите, слово. Хотите, потому что мы в прошлый раз разбирали это слово. Что же? А я не помню. А я вам говорил, что это то, в кого христиане хотят всех превратить. А потом показывать, говорить, вот, вот до чего мы людей довели. Не верю. Давайте порежем это слово по шматкам. Какие слова в нем можно угадать? Митродата. Треба мне дома почитать. Не-не, давайте сюда мозги. Сейчас об этом слове? Да. Бельенц. Бельенц. И протягивай звук. Носовый. Бельенц. Комью. Янай. С коммуной? Нет. Смотрите, как проверить, что не с коммуной? Слово коммуна не было в старославянском языке. Поэтому его никак сюда не засунуть. Да что это такое? Ну еще раз давайте прочитаем. А вы прочитаете? Нет, вы. Блинц. Чему вы че пропускаете? Чанарця. Ну не можу я згадати, що таке велике слово. Поэтому я предлагаю его порезать. Белье. Так? Бельенком. Хорошо, а давайте пойдем со стороны христиан. Во что они любят людей превращать? Животных. Ну это да, но не только. Зомби, врагов. Ну да. А еще они кое-кого выставляют на показ. Та я ніби християнкою не був. А в негативному сенсі чи позитивно? Ну, я не знаю, що у них позитивне. Ну, з їхньої точки зору. Не знаєш. Около позитивного, но оно очень негативное, то, что они устраивают. Ну хорошо, у них есть мощь. А мощь они из кого делают? С мучеников. Ну вот, мученица. Ну да. Великая мученица. Ну да. Отказу терпит. Ну да. Так что это слово означает? Великомученицы, Бельенском, так, и тут так, и зараз так ясно, что это, скажи еще, как это? Получается, Бельенцеко, это получается Велико, велико це, понятно. И дальше мученица. Мученица. А скажи еще эту букву, как на произносить? Ец. 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 Єнс. Вот так вот, так вот противно треба. Єнс. Ось так, ось воно. Єнс.
Да, Йенс. Ага. Это с шапочкой. Йенс. Нет, вот как раз не вот так. Йенс. 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 Це ще зразу. Треба без міміка, зразу міміка йде. Йенс. Так, це нос заложений. Да, вот лучше получается. Самый заложенный нос. Самый заложенный нос. І звучит. Йенс. 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 Все равно «е» слишком четко получается. «Енс». 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 Ну, такой какой-то... «Енс». «Енс». Вот такой. Ну, почти. «Енс». 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 Вот «казу». А тут читается «ю» як «у»? Ну... Чи як читается як «юй»? Вот «казу» и «ю». «Казу» и «ю». Черпович. Черепович. Черепович. Ну, читается. Ну да, да, да. Иро. Ира. На пиентиях. Остравиях. Пиентиях. Остравиях. Оя. Чего оя? Апостроф. То один. Почему один? Где здесь один? О, так. Почему О? Ну, как буква называется? Да. Нет, ну буква называется Он. Во. Оно. О, оно. Она. Она святая. Стояла. 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 Одиний. 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 Что Одиний делал? Боюве. Боюве. Уяет. Был. Был. Уяве. Уяве. Сарсием. Акие. Се. Але. Мице але. Це ж есть. Кстати, в Китае настолько сохранились осколки Аум Ар-Аси, что встречаются имена, допустим, как Юй, так даже часть императоров звали. И вот сами названия буквиц в китайском языке, в именах императоров, названия городов, там куча их. Что тоже можно будет потом написать статью и описать, что да, оно сохранилось. А от кого произошли шутки народ? Ой, Митродата, не мучайте меня. Мы сегодня вспоминали, думали по поводу... Кондрашки мои, привет, так сказать. Желтое, красное и чернобожечи. Чернобожечи понятно. Красных не трогаем. С желтыми пока разберемся. Итак, жили Арывичи. Жили. Кроме Арывичей жили еще азиаты. Откуда они взялись? Азиаты не монголоиды, азиаты другие. Ну, местные. Азиаты, они считались подземными людьми. Откуда они? Ну, Арывичи как жили себе, раса. Создали их, все хорошо. Создали. Вот, не важно. В общем, жили Арывичи, жили Пидземари. Ну, азиатские пидземари, которые фактически... Под землей. Ну, они там уже жили не под землей, ну ладно.
В общем, упали туда какие-то зверопотамы, инопланетяновичи. Типа этих наших? Нет, совсем не наших. Не наших. Ну, совсем не наших, но тех, которых мы не знаем. Ну, какие-то вообще странные они были. Ага. Возможно, даже драконы или что-то такое. Ага, ну, значит, поклоняются. Я не знаю, я не буду там ковыряться. Ну, так, в общем. Допустим, в летописях рахманской традиции есть данные о том, что там разбилось. Короче, вот то, что разбилось, облучило арэвачей. У азиатов у всех есть то, что возникает, допустим, у детей в Байконуре при сильном облучении. То есть часть биологических признаков азиата возникает у кого хочешь при радиоактивном облучении. Mm-hmm. Вот любого возьмем там. Облучит, и португальца. И в него пути будут дети такие. Да, или там возьмем негроида. Хорошо его облучить так, чтобы не помер, но чтобы и дети будут Плыну, уже. И да. Будут дети же такие желторасы. Ну, еще не совсем. Ну, майже. И вот, получается так. Получается смесь подземариев, арэвачей местных, которые также уже неизвестно с кем были смешаны, под сильным радиоактивным воздействием с теми, что вышли из корабля. А что там такое вышло, я даже не возьмусь гадать. Ну, что-то интересное. И получилось же тоже. Не-не-не. Еще нет. Конечно, нет. Когда-то, фактически в начале Межбожной войны, случилось разделение некое. Еще даже перед этим это... там ряд был разделений. Короче говоря, с одной стороны были те, кто потом стали... Вот берем ностратическую общность языковую. Что это такое, понимаете? Самое первое, да? Ну, не сам... ну ладно, в общем. Была общность народов, ствол которой потом стал как бы дальше индоевропейцами, дальше славянами, в конце концов. В общем, от них откололась часть. Эта часть, шумеры туда принадлежат. Первая волна населения Египта туда принадлежит. Семитские народы туда принадлежат. Ну, семитские – это уже смесь. Самые вот чистые, как бы, это шумеры, которые откололись. И часть пошла в Китай. Скрестились с местным населением. Их же было 21 раз хрещено. Не все так просто. Так. На юге случился потоп, Индонезия затонула. Индонезия когда-то была длинной такой штукой. Сейчас Индонезия ряд островов дробленных. Угу. Она была здоровой штукой от Индокитая до Австралии. Угу. Фактически, ну это был один континент. Австралия была плотно присоединена к Евразии, а дальше еще там, где сейчас Филиппины, еще один такой хобот вниз торчал. И в тех местностях жило очень много деградировавших существ. Они сейчас называются синантропы в науке. Ну, их первобытные там... Да, и они пошли туда. Потом в Индии был потоп, и часть ушла в Тибет, а потом их с Тибета выгнали местные, и они пошли в Китай. Горючая смесь вообще. А потом еще случилось ряд перипетий, и часть вот этого субстрата смешалась с потомками тахарцев, туранцев, с некоторыми изгнанниками из Ирана, с некоторыми сибирскими славянами, с некоторыми скифами. И вот так возникли татаро-монголы. Как бы. Так он видно с татаро-монголи?
китайцы? Нет, я же говорю, мы сначала с китайцами разобрались. Причем под китайцами я беру часть народов Китая, плюс Корея, плюс Япония. Угу. Но с Японией еще интереснее. Там жили славяне, которые сейчас называются айны. Они были бородатые, очень сильно бородатые. Поскольку еще раньше, вот когда Индонезия тонула, часть австралоидной расы, которая там жила, часть наглухо ушла в Австралию, а часть поднялась вверх. Ну, часть и в Индию еще пошла, но небольшая часть. И в Индии до того уже столько своих было, что она не сильно... Те же синантропы, да? Нет, австралийская раса. А. Ну, те, которые, я понял, австралийская, там... на Индонезии и вокруг там жили и синантропы. И жили вообще обезьяны, которых сейчас грешники называют рамапитеки, но это неправильно. Их лучше назвали ханумана-питеки, поскольку это, собственно... Вот те обезьяны, которых в качестве войска использовал даже там некоторые князья. И поэтому потом это даже Саагасту было приписано, что он их использовал в качестве войска. Ну, мало вероятно, что они до Саагаста дожили, но как бы ладно. Так вот, часть из них пошла в Японию, которая была тоже еще большая, длинная и единая. То есть это был такой серп некий, поскольку ледник был замороженный, и воды было меньше. А еще на другом этапе в Африку залилась вода, в Сахару. Ну, кроме того, еще был потоп, когда Черное море было соединено с... Каспийским и Аральским. Поэтому как бы вот эта перетрубация, она происходила многократно. И вот на одном историческом этапе получилось, что Индонезия затонула, а Япония была большущая. Все эти острова, они плотно прилегали к Евразии, и было озеро между Японией и Евразией. Небольшое, но было. И вот, получается, с юга туда пришли австралоиды, с севера, ну плюс и жили, орелочи. Они скрестились и получили орелочские антропологические, большую часть орелочских антропологических качеств, плюс австралоидскую гиперволосатость. Поэтому айны волосатые до ужаса. И вот они родоначальники нынешних японцев, да? Нет. Они там жили. Туда пришли китайцы, фактически. Корейцы и китайцы. Ну, они тогда не назывались, понятно, ни корейцами, ни китайцами. Но с этих регионов пришли в Японию. И они начали воевать с местным населением. Эпоху в истории Японии эту называют дзёмон, ну, фактически как демон. Получается, даже по звучанию. Mm-hmm. Ну и вот там они смешивались, потом как бы так. А если разбираться, то в принципе ранняя керамика и в Японии, и в Китае чисто трипольские орнаменты, что показывает, ну откуда корни идут. Ладно. Вы меня все пытаетесь, чтобы я вас не пытал. Продолжим, с интересом. Да. Не, ну подожди, а тут стояла Одыньей. Одыньей. Белое сердце совсем. Не сераси сиябу, акие, е. Аки существуют, они е, есть. Все с ними хорошо. А вот це я не читаю цю букву, чи читати фе? Читайте ее как диалектическое «т».
Для таких текстов ее Арік Межеслава Пшицький переименовал в диалектическое «Т». Страх, конечно, но что делать? Ну, выход має бути якийсь. Ну, да. Це, але я є того той раху. А я забула цей знак. Якого? Ну, це що за... А, Юдгая. Юдгая. Ну, как вы можете забывать Юдгаю? Нельзя ее забывать. Нет, я ничего не буду забывать. Я только хочу буду больше читать, это я не буду забывать. Я же вас еще в прошлый раз просил. Вас любите Юдгаю. Вы меня уже давно просто, чтобы я все тут любила в Марасию. Я ее пока что трохи на віддалі. Хорошо, идем дальше. Наєве омовюй. Вистроєний курган, кургаю, курагаю. Хто? Курагай. Какой курагай? Ну, ось там писано. Курагай-яно. Курагай-яно. Ну, да. Правильно, яно. Курагай-яно. Це вистроєний курган-яно. Тіз-єнц. Ну, знову не єнц, а єнц. Ну, в мене поки що не виходить. Тіз-єнц. Тіз-єнц. Не так? Єнц. Тіз-єнц. Єнц. 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 Це ми про гору Меру, що? А ось як це ом. А тоді ом, і виходить, що як дві здвоєні букви читаєш. Так, то є длина М. Золотаємо, так? Да. Золотаємо. Ну, це з'єднана буква. Ну, тут теж це єнц тут. А, це дуже цікава штука. А це виходить, що покой? І жесті, ні, і жесті. Єнц, ян і жесті. Ну, це складно. Ну, а це... Слава, слава. І як же його прочитати? Пробуйте. Жесі. Ну... С'єм... Згорівший золото, що? Возможно, даже сіявший золото. А, ну, приблизно, ну, значення подібне. Що горить золотом, що сіє. О, бачиш? Та ти правильно сіє. Ший, так. А, є гора. А, є гора.
Возлюбите иенца. Иенц, я же люблю. Ураленц юйо. Авия. Ураленц. А я собі кладу перед собою омарацію, якщо в мене виходить, то я заглядаю. Тобі навіть нема куди заглянути. Поэтому нужно ее раскладывать тут. Ну, це буде згодом. Не сразу уже горальенцию на утро. На утро. На утро? Ну так, похоже. На утро. Ну це вранці чи що? Во имя Аллаха. На утро. Еще ужасно. Внутри. Нутро. Да. Це є гай. А ще скрапка. Йон. Нет, не йон. Йон с двумя крапками. А тут и дві, одна, дві, три. Йон это с двумя сверху. А это другое. Йон. Ей. Клятвенная Е. Цевая Е. А почему она называется клятвенным Е, как вы думаете? Я первый раз чую, я еще не стыгла подумать. Что это клятвенное Е. Ты не читала, что там так написано. А мы это разбирали один раз. Не, проклятвенные ее не разбирали. Разбирали. Помните, когда Вышня Слава приезжала? До речи, вы телефон не нашли? К сожалению, нет. У меня он загнился совсем. Дуже жаль. Вы знаете, что я его переразбираю чуть не каждый день. Ну так. Так вот, мы тогда провели славление. Потом, соответственно, Чупакабра на нее бросалась и на меня бросалась. А потом мы немного по Ом-Ар-Асе прошлись. Ну еще и я проходила. Наверное, там, может, обычная слава проходила. Чуть-чуть. Но все равно мы говорили про некоторые буквицы, в частности, разбирали принцип клятвенного И. Ні, не пам'ятаю, я думаю. Ну, я, напевно, не звернула увагу так, як потрібно. А клятина є, може, ти ще раз скажеш, що це таке? Що за хороше? Хороше? Тверде є. Ну так, ну що у нас тут виходить? У нас тут виходить є і дві істини. Так же ж? А почему две? Тут же крапка тут. Почему? Точка сверху, точка изо рта. Тут будет две истины? Ну да. То есть получается идея, что человек берет истину, и изо рта его, которая отчасти в разрезе похожа на буквицу Е, исходит тоже истина. Берет истину от богов, и изо рта его снова выходит истина. Mm-hmm. Понимаете? Да. Это Кура. Понимаешь идею? Я понял, я просто до этой буквы еще долго не дошел. Тоже прошу возлюбить ее. Да, интересная была, однозначно. Mm-hmm. И мне вот еще интересно, раз уже так отвлеклись чуть-чуть. У каждой буквы есть порядковый номер, числовое значение. Где эти вот характеристики этих букв, ну, применяются при чтении? Или это нужно для каких-то более глубоких разборов слов? Ну, числовое значение. Во-первых, порядковый номер отображает ее место в строе. Ну, а последовательность строя важна для последовательности образов. Мы теоретически порядковый номер можем вообще выкинуть, если мы просто запоминаем строй.
А для того, чтобы мы лучше запоминали строй, есть порядковый номер. Ну, в смысле, кто за кем? Ну да. А, плюс некоторые математические штуки начали уже это использовать, поскольку получается, что мы можем одну и ту же буквицу использовать в несколько разных гранях. Мы ее можем использовать и в числовом значении, и в значении порядкового номера еще. Поэтому иногда в математике для некого удобства могли это использовать. Ну, тобто порядковий номер був як число? Да. Ну, это как в современной алгебре, допустим, буквам добавили числа. Причем А, которая А большое, имеет одно значение, А, которая А маленькое, имеет другое, А, которая А греческое, третье и так дальше. То есть это можно использовать, да? Да. Эти... Однако, прошу вернуться. А вы мне... Он уже перестал звонить, так что можно на волоска мне направить, а не на него. Долго, наверное. Ну да. Число. Всі мислі птаха. Псі, це означає, це число псі, так? Ну, а да. я не помню, скільки. І це додає число дополнительної порядки. Угу. Ой. Тором, антуромом. Да. Тором. Трем. Антуромов. Со рамаю. Рамаю. Со рамаю. Ага. Авимараю. Дело в том, что в древности часто слово «рама» и производно использовались в смысле жизни, развития, солнечного света, распространения. Но потом этот корень ушел, и постепенно рама осталась в значении какая-то опора, что-то крепкое, что-то через что осуществляются какие-то действия, проходы и так дальше. А ави мараю? Жизнью и смертью. Сурамою, але марою, оду. Оду. Угу. Маєшетої. Маєшетої. Але на ім'я. Знову ви забуваєте відкривати. Так, я забуваю. Але тут є написано, що треба відкрити цей апостроф, чи як називається. Ну, здесь это получается гибрид нескольких знаков. Гибрид джнашта, гибрид повна райка і мала райка. Ось цей апостроф? Да. То багато собі включає. А взагалі тут всі закони. Большинство, она намного. Это аум арасия, намного чище той, что в гімні. Угу. Ну тоже как бы есть диалектические штуки. Тобто, фар здесь намного больше, чем как бы сам старославянский язык предполагает, ну не страшно. Ну я знаю, що фари, фіти всі старались поменше їх.
жалко. Ну да. Идем дальше. У Нодуна еще то и Авина имени Яно. Названо чи що? Uh-huh. Авина імені Но. Есть мюто, грає Маркора. Ну да. Тесте. Що таке Маркора? А? Ну, гра Маркора. Да, это ее название. Грає Маркора, чи Меру потім, чи Мара. Ну да. Маркора, а насправді правильно Маркора, так? Ну да. Мара Кора. Да, потому что Кора – это древняя гора. Именно Кора – древняя гора? Ну, древнее слово, обозначающее гору. Угу. Мара Кора. Ну, а оно повязано якось со словом? Идем дальше. Да. Потому что сейчас будем слова повязывать. Старой жой. И археологи придут. Нью. Не встигнут. Старой жой. Археологи. Ідуть уже. А ви двері закрили, так що не страшно. Откопають. Може, ну це послухати тільки, ну нічого. Кожово не стеруєте. Те стерує, жойні. Кожово неправильно. І хто Нівський поживав, і хто? Свієнто, яуєй. Ну, ви встигнете виспитись 100%, поки я прочитаю це слово. Свієнто, яуєй. Есть. Что-то не идет у нас этот процесс. Даже поговорить. Гимн я как-то раз прочитала. А тут все. Давайте перейдем к такой хорошей штуке, которая называется география. Ой, географію я і майже не вчила. Ну, во-первых, узнаєте. Ну, так. Як вона називається? Хто? Она. Ну, Ротай, Ротанія. Не совсем. Давайте її повне названня. Ротай, Гіперборея. Гіперборея – це взагалі не з тої опери. Ну, так. Ну, вот как она называлась? Остравия. Ну это да, это для того, чтобы противопоставить ее нынешней Украине. Ее называли островной. Это та Остравия. Да. А вот само название ее. Ты на всю жизнь не загадай. Почему? Не, ну я хочу сказать. И это очень просто. Я догадываюсь. А вы же такое разгадали? Ну я сейчас. Хорошо, а какие теории есть?
Как она называется? Четыре острова, четыре острова. Или как? Есть такое название. Ну вот самое название ее. Древнее, самое такое хорошее. Я знаю, что я знаю. Прошу. А подавиться можно там? Не можно. Это Гиперборея, Крупцовая. Ну а как острова называются? Райан, Сваян. Покажите, пожалуйста, где Райан. Вот Райан. Да, где Таян? Ничего дать. Райан, Даян, Сваян, Таян. Хариш Кришна. Неправильно? Совсем нет. А над Шотландией чи на цей? Хто там був? Где? Який острів? Где такий? А ви говорили, що там, я пам'ятаю, де ти ярли, що там от, над є острів. Але мені треба конкретно це розібрати, щоб я це... Даян Таян, Даян Сваян. Опять ні. А тут же написано. Тут ничего нет. Хорошо. А так? Угу. Таян. Не, я не дивлюсь. Вот. Таян, Сваян, Даян. Да. Итак, как ее название? Таян, Сваян. Стоп, как ее название? Ну, лучше. Ратаян короче еще. Ратасвада. А, ну послово. Так, значит, вот это будет Таян. То есть самый больший своя получается. Ну снова, это здесь мы берем так, что Герхард пытался совместить ему современные карты, когда уже эти острова были известны. Вот эти острова уже плавали здесь активно. И древние карты, где это все было изображено. Дальше мы это будем лучше видеть. Можно я все привезу? Это под символом, да, здесь? Я вот, наверное, не обратил внимания на это. Ра, та, сва, да. Это знаки, да? Это ра, та, сва, да. Ну да. Знак ра. Это название как бы. Даже. Раян, таян, сваян, даян. Итак, идем сюда. Вот это, когда он не вставлял коррективы на его современность. Видите, и Гренландия практически приросшая. И если мы берем еще, то на одном историческом этапе, когда это все почти затонуло, вот эти острова снова воссоединились с Раяном, и как раз Аревичи по ним шли на Урал сюда. Ну, дальше там это еще разбирается. А потом уже Герхард сделал коррекции на его современность. И получается, видите, он здесь не обозначил границы, он как бы уже сам не знал. Поскольку на древних картах так, мореплаватели поплавали, а здесь острова, и никакого не так. Поэтому вот так. А Шотландия здесь, вот. На вершине Британского острова. То есть? Нет, вот Гренландия, вот Исландия, вот Скандинавия, вот Северное море, а вот здесь вот... Ирландия. Да. А еще здесь Ирландия есть. Рядом. Нет, здесь она не изображена. Нет, не знаю. Теперь еще лучше. Какие еще три дополнительных были острова? Нет, не знаю. Савидай, Коросай и нет. Хариш Кришна. Прошу еще раз.
прошу еще раз назваться. Савідай. Почему Савідай? Ну, мне вот это вот что-то так запомнилось. Может, неправильно вот. Или Си. Этот как назывался? Дасай, Курасай, Чавидай. А Савідай откуда это? Не знаю. Дасай, Курасай, Чавидай. Чавидай. Три острова? Да. Дасай, Курасай, Чавидай. Да. Савідай. Сложил один остров. Да нет, два острова в один. Угу. Бывает. Ну, тут интересные географические построения. Берем, допустим, соединяем Дасай, Курасай, Чавидай. Получается одна звезда. Берем, соединяем вот оконечности Евразии, Америки и Гренландии. Угу. Получается вторая звезда. Ну, или можем в виде руны Ж это сделать. Или можем по-другому строить симметрию, в любом случае на острове Таян в центре, возле берега, определенная точка, как в центре этой симметрии, отмечается. То есть получается, рота имела, во-первых, симметрию креста в круге, а во-вторых, дополнительными параметрами были еще созданы ряд симметрий. Что здесь написано? Тут. Вот, между пальцами. Рисунок трясы, что видать. Ага. И это вот первоначальное было, да, вот расположение? Не, дальше мы разберемся еще. А теперь прошу зачитать. Ну, хто ж ти такий читаєш? Я. Це ж якась трояниця чи що? Ні, це Аум Ар-Асія. Трояниця тут ніякої. Ну, такий мені похожий на трояниця. Совсем ні. Чого? Тому що трояниця – це квадрати. При першому погляді мені так здається. Яраща, це сила. Яраща, світ. Яраща, світ. И оно расчёт. Я расчёт. О, Янаві. Ну це теж якась складна. Перша птаха. Птаха, а то, що пси. Ні, ніяк не пси. А з ким? Це йде Йодзалджень. Йде он, йде ук. Паук. Нет. Совсем не его. Ну, я же не сказала. Чего, вы практически сказали паук? Не, я сказала паук. А паук, ты же не паук. Паук на его там сидит. Не, нема там паука. Уже нема.
тема. Зна. І тут знов такі ай. Познає. Позначено чи що? Все, що зіграє? Ніяк ні. Це гібрид йодзолодження і айє. Айє. То як воно читається? Айє з йодзолодження. Разом. Ну, йодзолодження – це ій, який іменно в матеріальному мірі. Ій. 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 Ій-яє. Ідзайє. Зайє все-таки. Май... Ну, сам он называется Йодзелджей. Поэтому, как бы, вот слово Йодзелджей... И тут винье, вот сюда. Конечно. И тут. Вот этот длинный, он везде Йодзелджей. Вот она, большой и красивый. Вот это Йодзелджей? Да. Тут, ну, он практически, как не бы... Майже не читается. Ну, видите, у нас есть Йодгая, которая духовная. И есть Йодзелджень, которая именно в материальном мире. Йодгая, да? Не здесь, извиняюсь. Вот. Вот. Вот? Вот. Вот Йодгая. Да. Она маленькая Йодгая. Маленькая, потому что это трансцендент. Йодзелджень. Це матеріальний. Монстряка такий. Розуміти, що це Йодзелджень. І произноситься, це як-то його названня, нужно спрессовувати і произносити. З цією рукою, так? Ну так. Да. Ті, з которыми він лігатуризується. Ідзіяно как-то. Ленорасчо. Но снова мы, получается, дзе выпячиваем, а надо и выпячивать, однако рядом с ним дзе какое-то где-то все-таки валяется. И даже не просто дзе, а дзелджень целый. Дзян. Расчо. Ладно. Треба дома помучитися трошки. Можете прочитати перевод. Читайте. Читайте, ви перевод. Это переводится? Ага. Как? Непременно всякое и каждое обозначение на ратае абсолютно точно дает возможность познать величайшие источные знания материальной и духовной природы. Всякое и каждое обозначение на ратае абсолютно точно дает. А здесь уже еще идет игра слов. Поскольку, если бы в древности, то слово «наратай» понималось бы еще, как сейчас говорят, на свету или в свете правды. Каждое действие и сказание, судьба и цель вкладывается создателем, формировавшим облик ратаи. Так же, как и облик государства, так же, как и человек формирует свой облик. Истинная божественная мощь, нисходящая, помогает Кра направиться во многославие священного могущества и величия Ра. Ра всеславен, всемогущ. Всевышний, всеправитель, всеучитель, всемудрый,
всеістинний, вселюбящий, всепрекрасний, вседостойний, Отец и правитель всем богам и мирам. Один Ра, и только лишь Ра, Ра, и только Ра, и нет иного пути, кроме как к Ра. И только Рата, Ра священная. Вспомните Атаю, вспомните свою суть. Ну и такая прекрасная, тут да. Так складывалось. Ну вот последнее вот это, что вспомните. Атаю, вспомните свою суть. Вот слово «вспомните». Угу. Прочитайте его, пожалуйста. Ой, я... Это статус, там это... Что? Эд Йодзел Джейн. Йодзел Джейн, да. Не просто Йодзел Джейн, Эд Йодзел Джейн. Эд Йодзел... Что, так и читается? Ну, как-то так. Ой, зэ... Можно его прочитать? Нет. Я вспоминаю. Ну, что это слово «воспоминать» похоже? Ну да. Вспоминато. Ну, а ой, це, Марі, це хто? Це тоже? Это урезанный Йодзел Джейн с Гехеревью, да. И тогда какие части этих двух из? Или это просто совмещенный образ получается? Совмещенный образ, и нужно медитировать перед тем, как даже на него смотреть теоретически. Чтобы правильно зрозуметь, прочитать. Да. А вот этот Йодзел Джейн, это вообще отдельная история. Ну ладно. Еще встретитесь с ними. Наверное, еще так. Итак, а вот у нас Ратая трипольской керамики. Ничего знакомое. Ну да. А вот другие всякие карты с Ратаей. И тут мы можем кое-что вообще очень интересненькое даже заметить. И что мы тут замечаем? Ну тут чітко все видно. А що ми тут повинні замітити? Все. А именно, что, например, Курасай часто соединялся с Раяном. И плюс другие острова, и практически к Уралу прямой перешеек. Вот видите, здесь они уже разделены, а здесь они вместе. Ну, вот совместите мысли на обе карты. Видите, вот верх, вот верх. Угу. Вот бок, вот бок. Но видите, здесь уже отмылся кусок. А здесь еще этот кусок прирощен. Вот этот. Да, вот этот кусок, он стал вот. Угу. И видите, здесь внутренняя как бы идет гряда гор. А здесь уже часть этой гряды гор является берегом. Тут там практически нет.